магической силой создадим актерский резонанс, светом славы звезды зажигая, вас встречает актер ТВ-шанс. Ну а на эту сцену под ваши аплодисменты я хочу пригласить нашего гостя. Итак, популярный актер, телеведущий Первого канала, конферансье, друзья, Алексей Шаранин. Встречаем! К сожалению, во многих странах и городах сейчас далеко не все так спокойно, как нам хотелось бы. А где-то даже идет война. И порой в раздумьях о своей судьбе мы чаще всего обращаемся к Богу. Нас Бог рассудит, нас поддержит Он. И в заключении своего выступления я хотел бы прочитать свое новое стихотворение «Исход». Небесный гром и мощные удары, бесчисленные голоса, то, что происходит, непонятно. Родился хаос, а за ним война. Когда вселенная безмолвна, минуты льются монотонно. Когда она в огне пылает, там молох души пожирает. Война. Неисчислимы жертвы. Глотают ядра пушек жерла. Разрушен мир. Надежда погибает. Ну вот и все. Исход определен. Нас Бог поддержит. Нас рассудит Он. И все же мы несем ответ. Мир воцарится или нет? Спасибо. Мира во всем мире. И да здравствует такое прекрасное чувство, как любовь. С любовью, ваш Алексей Шаранин.